Дорогие друзья, граждане Крыма, я с вами со всей душой, когда вы празднуете вторую годовщину вашего возвращения на родину. Вы жили два года в труднейших условиях, практически на линии фронта, фронт, который вы не выбрали. Но в отличие от ваших братьев и друзей, русских в Донбассе, вы не должны плакать, слава Богу, за потерянных сыновей. Вы находитесь в безопасности внутри вашей родины, которая снова, как это было во время Великой Отечественной войны, был и остается заслон в защите мира и цивилизованности для вас, для России, для всех народов Европы, для всех народов мира. Еще раз желаю всего хорошего, благополучия и особенно мир. Крым ваш. Джульетто Кьеза из Италии. Чао.